Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Nokia X71. И сейчас я вам покажу, как на данном замечательном устройстве войти в режим Recovery. Это не так просто и очевидно, как кажется. Итак, что же нужно сделать? Для начала нужно выключить наш замечательный, прекрасный телефон. Выключаем его. После того, как он выключился, ставим его на бачок. И подключаем в него кабель Type-C, то есть желательно родной, но можно и не родной. Подключаем в него кабель Type-C. И, внимание, нужно будет одновременно нажать, после того, как мы в него подключим, одновременно нужно будет нажать кнопку питания и кнопку увеличения громкости. Кабель подключить не обязательно к компьютеру, можно просто к зарядному блоку. То есть это не важно, главное, чтобы через него проходил электричество. Нажимаем и зажимаем кнопку питания и кнопку увеличения громкости. Появилась надпись Android, отпускаем кнопку питания, продолжаем держать кнопку увеличения громкости. Отлично, мы видим печального робота, андроида, огуречного такого, с аварийным знаком в груди. Что нужно делать? Нужно зажать кнопку питания, то есть так лучше видно. Зажимаем ее и быстро нажимаем кнопку увеличения громкости. Все. Телефон вошел в режим Recovery. Напоминаю, что в этом режиме, чтобы передвигаться, сенсор использовать нельзя. То есть, чтобы передвигаться, нужно будет нажимать кнопки громкости и кнопку питания, чтобы выбрать какой-либо пункт. Сейчас я вам продемонстрирую, как это работает. Я нажму кнопку питания на пункте Reboot System Now, чтобы перезагрузить устройство. И как раз подождем и посмотрим, загрузится телефон нормально или нет. То есть да, мы остановились на самом первом верхнем пункте Reboot System Now. Нажимаем кнопку питания и ждем, пока телефон перезагрузится. Отлично, наш телефон успешно загрузился. Как мы видим, это не составило нам никакой проблемы. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на этот замечательный канал. До встречи!